Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием House Flipper. Продолжаем работать садовником, уже почти 5 миллионов накопили, приближаемся к этой сумме, по крайней мере. Так, ну что ж, давайте проверим почту. Нам написала Марьяна Мажар. Игровая площадка вместо паркинга. Доброго времени суток. Мы нуждаемся в изменениях вокруг нашего дома. У нас есть большая парковка на участке, но наши внуки научились бегать. Детки не могут играть возле авто, поэтому мы просим переделать парковку на рай для трехлетки. Было бы неплохо поставить хотя бы качели, песочницу и место для игры в футбол. Блин, ну если у вас возникла такая проблема, что детки научились бегать, как бы это можно быстро исправить. Ладно, не буду на этот счет шутить, мне кажется, это недопустимая шутка. Благодарствую наперед за помощь от своего лица и лица моих внуков. Марьяна Мажар. Это бабуля Марьяна. Так, ну что ж, принимаем и погнали. Нифига себе, парковка. Блин, ну опять эта плитка какая-то не очень красивая. И вот этот цвет кремовый. Ну он белый как бы, но... При таком освещении кажется, что он кремовый какой-то. Но мне не нравится такая плитка. И особенно вот эти вот квадраты. Даже если бы эти квадраты были в шахматном порядке, смотрелось бы лучше, мне кажется. Так, ну ладно, давайте работать. Уже прогресс почему-то на 5%. Давайте осмотримся здесь. Вот такой вот прекрасный дом. В спокойных синих-голубых тонах. Здесь вот кустарники всякие различные. Давайте перейдем на задний дворик, посмотрим, что здесь. И опять эта плитка, но вот здесь вот уже цвет лучше. Если бы еще вот эти вот кирпичного цвета пробелы убрать, вот эту вот плитку, было бы гораздо лучше. Здесь бассейн, смотрите, лежаки, как всегда, какие-то пуфики тоже в странном порядке. Такой вот навес, крыша, беседка получилась. Так, ну и вот, собственно, парковка, где мы с вами и будем делать игровую площадку для детишек. Так, брусчатка, косая елочка. Песок рассыпать, смонтировать игровую площадку. То есть тут есть полноценная готовая уже игровая площадка. И карусель. Также две карусельки нужно установить. Так, а убирать плитку мы это не будем, да? Или будем? Потому что зона заканчивается вот здесь, вот, судя по всему. Да, вот здесь. А здесь еще что-то, еще растения нужно посадить. Так, а на самой парковке, ну, саму парковку мы оставляем, насколько я понимаю. Так, ладно, давайте сначала с вот этой маленькой зоной разберемся, наверное. Да, здесь вот брусчатку это нужно удалить, действительно. Так что мы берем продажу предметов, инструмент. И начинаем здесь продавать все подряд, все, что продается. Смотрите, кусочек газончика. Так, убираем все это дерьмо. Ну да, похоже, надо все продать вообще абсолютно здесь. Чтобы нам ничего не мешало работать. Плитку мы оставляем только на территории именно парковки. Так, и отсюда мы тоже все убираем. Тут камешки какие-то рассыпаны. Причем небольшой участок при этом. Так, продаем все это барахло. 500 рублей лишними не будут. Хотя мы гораздо больше, конечно, потратим, когда установим все эти элементы детской площадки. Так, ну и теперь у нас тут голая земля, которую мы засыпем чем-то там, брусчаткой косой какой-то. Так, все, удалили. Ну давайте сначала с большой зоны, наверное, разберемся. Хотел начать с маленькой, но раз уж мы здесь стоим, мне кажется, выбор очевиден. Итак, здесь нужно песок, да? То есть и на газон мы, похоже, должны рассыпать песок именно. Обыкновенный песок, просто песок. Смотрим. Песок, покрытие. Песок-квадрат есть. Видимо, лучше, наверное, взять квадрат в таком случае. Будет поудобнее, мне кажется. Купить несколько, а может быть и нет. И можем ли мы песок насыпать сразу на газон? Ну, вот в чем вопрос. Наверное, можем. Как это будет смотреться? Вот это уже интересный вопрос. Рассыпать, нажми, чтобы убрать, прокрутить, чтобы изменить размер. Кстати, мы можем... Ну, это максимально все, что я могу сделать. Это замаксить вот до такой степени размер. Так, ну ладно, давайте попытаемся. Тогда неважно, с какой части начинать. Мы просто вот так вот закрашиваем место. Да, неважно, что расположено.
трава или что-то еще, мы с легкостью можем засыпать все это дело песком. Блин, на самом деле, я не знаю, все прям засыпать, прям огромную детскую площадку засыпать полностью песком, по-моему, это, опять же, не лучшая идея. Но заказчик всегда прав. И спорить с заказчиком явно бессмысленное занятие. Так что сделаем, как они хотят. И аккуратненько постараюсь я подровнять, более-менее все ровненько сделать. Это лишь я постараюсь, конечно. Вот так вот, аккуратненько. Так что, возможно, 100% не получится. Но попробуем убрать. Попробуем убрать лишний песок, если что, в крайнем случае. 67% тем временем. Так, давайте вот здесь вот еще закончим. Вот здесь подровняем. Аккуратненько. Жалко, какого-то расширенного инструментария нет, чтобы я мог выделить зону. И чтобы материал не проходил дальше этой зоны. То есть я бы ее отметил. Вот она сейчас автоматически выделена. Хотелось бы какой-то дополнительный инструмент, чтобы я отметил зону, за которую уже никакие материалы не вываливались, не уходили. Чтобы вот таким вот образом не равнять самостоятельно вручную. Потому что это задание не из приятных. Но и все равно в итоге кривовато получится, скорее всего. Так, 78%. Вот может такое вот дерьмо получиться. И теперь Ctrl-Z, естественно, не сработает. И теперь, если я уберу на E вот эту вот часть... А нет, все нормально, газон остался. Я думал, и газон пропадет. Соответственно, мы от газона избавимся. Но нет, к счастью, все нормально, хоть и не супер ровно. Ну, давайте как-нибудь сделаем, как уж получится. Издалека, в конце концов, будет более-менее ровно смотреться. Но вот здесь вот еще можно так немножко подровнять. Все равно какая-то полоса осталась, но мне кажется, я больше времени потрачу, чем заработаю в итоге, если буду выравниванием заниматься. Так, аккуратненько. Можно вот так шагать, но все равно смещается в итоге полоса. Блин. Твою мать, случайно еще не то нажал. Вместо Е нажал левую клавишу мыши. Так, убираем немного. Вот здесь вот добавляем песочка. 94 тем временем процента. Хотя... Не, надо все-таки добавить слегонца. Совсем немножко. Так, все, отлично. Этот пробел мы убираем. И заканчиваем с этой стороны. 95%. Похоже, мы сейчас 1% где-то будем искать, судя по всему. Есть у меня такое предчувствие, смотря на показатели. Да, 97%. То есть, ну, наверное, где-то вот здесь вот. До сих пор 97%. Давайте попробуем здесь, я не знаю. 97%, блин, похоже, по бокам надо. Или я все-таки где-то пропустил по центру. И радар-то особо ничего не показывает. Я трачу бабло просто в попытках убрать какие-то пробелы, возможно, несуществующие. Так, ну зона же точно здесь заканчивается. Да, зона точно здесь заканчивается. Ну давайте попробуем вот так сделать, не знаю. Немножко за зону зайти. 97 по-прежнему. Это я уже из зоны сам вышел. Давайте еще здесь попробуем. Ну, короче, сейчас будет еще все уродливее, но... Зато заполняется он 98 уже процентов. Пройдемся еще с этой стороны. Немного зайдем за пределы. Все? Да, похоже, все. Ну, ладно, нормально. Нормально. Закроем на это глаза. Так, погнали. Игровая площадка. Мне интересно, как игровая площадка будет выглядеть в сборе. Игровая площадка. Так, вот, здесь полноценные качели. Смотрите, лесенка есть, подъемчик. Какие-то брусья, или, хотя нет, какие-то кольца. Вряд ли это брусья, было неудобно подтягиваться. Ну и такая вот небольшая горочка. Можно выбрать цвета. Ну-ка, давайте рассмотримся. Очевидно, надо использовать белый, синий цвета. Есть тут синий? Да, но здесь уже синий.
Хотя, может быть, вот такой вот. Почему вот здесь вот нет такого же голубого цвета, как внизу? Вот здесь другой голубой. Ну, давайте, наверное, вот так вот сделаем. И максимально светлое дерево. Это и есть максимально светлое дерево. Так, да, давайте, наверное, так все оставим. Теперь развернем вот таким вот образом. Или, да, наверное, вот так вот развернем. И вот здесь вот установим все это дело. Теперь мы будем заниматься сейчас установкой и сборкой. Что-то они упростили установку. Я помню, раньше надо было прямо закручивать болты и так далее, что-то прикручивать. А теперь мы просто клацаем и как пазл собираем. Так, крышу, лесенку. Да, но с другой стороны, хотя вот смотрите, здесь болты какие-то нужно вкручивать. С другой стороны, это, наверное, и к лучшему. Потому что иногда порой запарно было все это дело вкручивать и так далее, закручивать. Так, ну, вот такая вот горочка. Что-то территория большая, что мы здесь еще? А, карусели здесь мы еще установим. Да, может быть, и стоило немного сместить назад, чтобы место под карусель было. Ну ладно, как-нибудь затолкаем. Нормальная тема. Понеслась. Карусель. Даршин, да? Нет, особи. Карусель особи. Вот такая вот зеленая внезапная карусель. Похоже, родители не заморачивались с подборкой цветов. За 50 тысяч. Карусель, блин, за 50 тысяч рублей. Две штуки нам нужно поставить. Давайте поставим одну вот сюда, вот с краешку. Вот так вот. И одну вот сюда вот можно тогда. Вперед ничего ставить не будем. Место для игр, для какой-нибудь беготни. Вот так вот поставим две карусели. Так, Уганда Наклз на пружине. Вот это забавная отсылочка. Так, какой симпатичный. Вот сюда, вот по центру давайте его разместим. Или может быть вот так вот бочком. Но здесь им точно фламинго обязателен. Фламинго. Так, куда бы его засунуть? Вот сюда бы я его запихнул, но качели как бы могут задеть в таком случае. Или вот так вот посередине, а? Смотрите, замечательно. Может что-то зацепиться, конечно, что-то пойти не так, но это уже на совести родителей, и я тут ни при чем. Так, все, игровая площадка готова. Вы только посмотрите на эту красоту. Теперь мы переходим вот в эту маленькую зону, и как отделяющий элемент мы, судя по всему, здесь гравий рассыпем и какие-то кустарники будем сажать. Так что переходим в меню. Гравий. Какой там двухцветный? Одноцветный. Одноцветный гравий. Мы берем одноцветный квадрат. Именно он нам... Давайте маленькие камешки возьмем. Ну и светлый цвет. Или, нет, давайте самые крупные, мне кажется, посимпатичнее выглядит. Так, соответственно, максимальный у нас размер квадрата. Так что придется два раза пройтись по периметру. Так, аккуратненько. Ай-яй-яшеньки-яй-яй. Ну, хотя, может, так вот стоит сделать. Ну-ка, а здесь до сих пор 100%? Здесь до сих пор 100%. Да, ладно, и так сойдет, нормальная тема. Так, вот так вот. Да, кстати, тут же плитка. Тут вообще изи равнять. А вот песок перекрывает наши камешки. Так что здесь, конечно, надо поаккуратнее, но аккуратно уже не получилось. Уже зафейлили. Так, выравниваем. Но главное до сих пор засчитывается, что песок я рассыпал нормально. Так что и переживать не стоит в таком случае. Так, еще вот здесь вот закрываем. Сколько там процентов? 97. Все, тогда можно завязывать. Ну, и так сойдет. Да, немножко неровно, но кого это волнует? А, нет, песок теперь, смотрите, 98, блин. Тогда волнует это в первую очередь меня и перфекционистов. Песок. Квадрат.
Представьте, как равнять, если круг выбрать. Все? Да, ну давайте уж доделаем. Вот так вот. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже все хорошо. Соответственно, посадить осталось три кустика. Хвойных. Коническая форма, широкая. Хвойный кустарник, ширококонический. Именно он нам и нужен. Можем выбрать. Мне вот этот больше нравится. Так, и их нужно три посадить. И потом два еще. Блин, ну я даже не знаю. Тогда один, наверное, по центру. Вот сюда. Один сбоку. И еще один сбоку. Так. Да. И далее у нас хвойный кустарник, нерегулярная форма. Хвойный кустарник. Нерегулярная форма. Тавровая форма еще. Ну, тут выбора нет. Купить несколько. Один вот сюда вот помещаем, соответственно. И второй вот сюда размещаем. Все, можно. Можно выкапывать ямки, приступать. Давайте сразу все это организуем. Ну и больше ничего, да? Больше здесь ничего нам делать-то не нужно. Осталось вот как раз 35% в районе. Сейчас камни мы выкидываем, которые только что засыпали. По-моему, надо сначала как бы растения посадить, а потом камнями уже... Ну, хотя здесь так можно сделать. Так что не суть важно. Так, выкапываем, продолжаем ямки. Заталкиваем растения. Последний у нас кустик. Осталось засыпать все это дело и... Полить, конечно же, не забыть. Так, яма выкопана. Засыпаем. Очередной пиксель-хантинг. Так, присыпать. Польем потом все в конце. Присыпать. Осталось только подлить. Гениальный перевод, как всегда. Хотя, не знаю, может быть, это подливом и называют, кто знает. Ну, так себе выбор из кустов, на самом деле. Я бы повыше, наверное, кусты... Все-таки сделал. Чтобы, например, если дети играют в мяч, чтобы мяч сдерживали кусты. Если он вдруг куда-то улетит. Так, занимаемся поливом. Так, и что-то мы не закончили. Еще, подождите, еще вот сюда, вот в маленькую область, еще кусты нужно? Или не те кусты? Широкая через И, кстати. Подождите, я не те кусты, что ли, установил, посадил? Хвойный кустарник, широкая коническая форма. Хвойный кустарник. Зелень, темная зелень. Может быть, надо именно просто зелень было. Кустарник хвойный, широко конический. Хвойный, широко... Конический. Блин, ну и твою мать. Теперь что, мне пересаживать? Может, здесь есть еще старник широкой конической формы? Сосна остистая. Я не понял, короче, чем этот кустарник в таком случае не устроил. Низкий. Столбчатый. Да, но вот здесь тоже ошибка допущена, так что, похоже, мне именно вот этот кустарник нужно сажать. И это не очень здорово, потому что я смогу убрать-то вообще эти кусты. Да, ну ладно. Давайте переделаем. Уж доделаем все, сделаем все правильно до конца. Соответственно, делаем абсолютно все то же самое. Все те же манипуляции. Сейчас будем сажать новые кустарники. Не могу сказать, что это деревце выглядит симпатичнее. Так что, мне кажется, мой выбор тоже был неплох. Блин, может, машину угнать? За эту работу. Сейчас, кстати, попробуем машину продать.
Может быть, разработчики забыли некоторые ограничения ввести, и машину можно продать. Мы неплохо тогда заработаем. Так, засыпаем, поливаем, в общем, проделаем все те же самые манипуляции. Полили. Да, вот теперь действительно аж на кусты, смотрите, можно запрыгнуть. И вот здесь, кстати, торчит куст, и здесь тоже. Я только сейчас это заметил, но и хрен бы с ними. Так, ну-ка, ну-ка. Нет, нет. Я не хочу зарабатывать деньги таким образом. А мне кажется, хочешь. Ты подсознательно именно этим и хочешь заниматься, братан. Признайся хоть себе, не ври себе. Так, ну все, задание завершено. 357 тысяч мы получаем. Завершаем. У нас появились новые задания. Мой муж и газонокосилка. Звучит как признание в убийстве. Уж не знаю, что это Анастасия Лазурецкая сделала со своим мужем. Узнаем мы об этом потом. Сегодня мы отдыхаем. Хватит сегодня работы. У нас вот здесь вот уютная душевая, смотрите. Почему переключение автоматическое? Как мне вернуть плевалку обратно? И почему я вообще могу ее использовать в помещениях? Ну, это явно баг какой-то. Вот теперь я не могу поливалку взять по какой-то причине. А если я сейчас выйду? Хотя она у меня была. Так, ну-ка, шланг. Залезаем. Да, вот, смотрите, автоматическое переключение. Вот почему меняются инструменты, но, тем не менее, затем поливалка у меня снова в руках. Так, ну-ка, врубаем. Эх, не получилось зайти в душевую с поливалкой, потому что душ-то не работает. Ладно, друзья, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.